Ежики в сливочном соусе отлично подойдут для детского и диетического питания. Ежики, те же тефтели, только в них добавляем сырой рис, и поэтому, когда рис готовится, он вылезает из мясного шарика. Ежики в сливочном соусе очень нежное блюдо, ежики просто тают во рту. Сливочный соус готовится на сливочном масле, зажарку из лука и моркови делаем на нем, воду в фарш добавляют для того, чтоб он был более нежным, но ее можно заменить лишней головкой лука, который тоже дает сочность. Воду в фарш и в соус добавляйте по своему усмотрению, так же как и специи. Пробуйте соус, он должен вам нравиться и по консистенции, и по вкусу. Успехов и приятного аппетита! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. В миску сложите фарш, рис, яйцо, тертый лук, специи и воду. Хорошо перемешайте фарш. Сформируйте фрикадельки, уложите их в форму для запекания. Лук обжарьте на сковороде. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Добавьте морковь и жарьте ее 5 минут под крышкой. Добавьте муку и хорошо ее перемешайте с морковью, жарьте еще 2 минуты. Добавьте часть бульона, томатную пасту и чеснок, хорошо размешайте, готовьте еще 10 минут, постепенно добавляя остальной бульон. Добавьте сливки и специи. Залейте соусом ежики и отправьте их в духовку, разогретую до 200 градусов и на 40 минут. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фарш 800 грамм, лук 1 штука, рис половина стакана, яйцо 1 штука, вода 50-70 мл, фарш, соль, перец по вкусу, масло сливочное 4 столовые ложки, соус морковь 2 штуки, соус лук 1-2 штук, соус жирные сливки половина стакана, соус бульон куриный или вода 1,5-2 стакана, соус мюка 3 столовые ложки, соус чеснок 2 зубчика, соус количество порций 8-10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До свидания.